Всіх вітаю! З вами Катерина. Привітання, з вами Олесь з Майдея. А Катерина – створальниця подкасту «Весна прийде». У нас сьогодні незвичайна колаборація, ці спецвипуск. Головне, що не спецоперація. Сьогодні ми вирішили об'єднатися з Катей і зробити агульне дитя у вигляді гэтага подкаста. Сьогоднішній випуск присвячений сьомі нашим політзневоленим колегам. Да, якія, на жаль, зараз бавять час за кратами, по цілком непримальних артикулах, і чия віна тільки у тим, що вони допомагали людям. Сьогоднішні історії будуть і сумними, і не сумними. Частіше за все мені подається не сумними, але вельми цікавими. Саме головне, що гэтая історія будуть особистая, і докладно гэтая історія ніколи ще не гучали у публічному ефірі. Уху, поїхали! Пробитка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так і оставляю. Окей. Тим більше, що ми пробитку ще не придумали. І почнемо ми з Олеся Беляска, з самого знакомитого вясноўца, тому що він стваральник весни. Про його, звісно, було зроблено по житті там шмат інтерв'ю, але ніколи не гучало то, що зараз розповіді про його. Його давнішня сябра і колега, і наш так само колега Сержук Сис. З Олесем Беляцьким наше знайомство розтягнуто вже, мусить, на 4 і більше десятки років. Ми познайомились з ним у 1979 році, у літом, у червні. Поступили ми на перший курс філологічного факультету Гомельського університету. Ми марили про відновлення білоруської мови, вивчали історію Білорусі, літературу, подорожничали разом по Полесю. І не тільки по Полесю, по Білорусі. Пам'ятаю, одночі ми вирішили пройти всю Білорусь від усходу до заходу полесським шляхом, але вдалося нам пройти тільки троє суток. Всі похворіли, у когось розвалилися черевики, і ми бездарно з-під Мазыра вернулися у Гомель. І саме дивне, що йшли три дні, а вернулися літерально за дві години. Така ситуація була. От хочу згадати нашу такую великую опошнюю встречу за лесом. Это было в снежне 2019 года, как раз перед тем выборчим страшным годом. Неяк вырашились с инициативы Олеся, конечно. Говорю, давай ты вечно хвалился своими этими заславскими дотами, там, дзотами, этой оборонной линией Сталина. Так я говорю, ну, какая охота, снежень месяц, хотя снега мало было, только так месяцами лежало. Ну, давай завтра збирайся, поедем. Ну, что собрал? Я взял за плечи. Подается цигарет, две пачки, и поехали. Олеся казался мудрее потом. Оказалось, у него была и горбата с собой, и бутербродики. Мы пошли. Спочатку знайшли первый дот, такий здоровый. И он поглядел на него, говорит, слухай, какое зручное место. Коли его выкупить, то это будет такой придорожный бар, кавярня. Вось. А тогда, когда мы еще нашли полукапониры такие, у два поверхи, там, с несколькими покоями в лесе, лезвие нашли, конечно, там гушчары такие, то он каже, ой, тут можно целую тропу ложить, это целый коммерцийный проект, вот пойдем, каже, на пенсию и будем все это робить. Да, и он такую редукцию выказал, он цікавится всем, сам рассказывал, что тут было, и мы за целый день тогда, может, штук шесть нашли таких огневых умацеваний, якія, в принципі, от тільки один був розруйнований, артилерійський капонір, а остатні цілі залишились, тому що було бачно, що штурмом їх не брали, мусить, наверное, їх так покинули без бою, совєтські війська, які відступали. Вот. Олесь сказав таке цікаве про ці доти, говорить, нехай застаються, тепер ми ведаємо, де вони. А може нам ще спотребиться, може ми тут будемо тримати кругову оборону. Это я запомнил его слово, это круговую оборону. Дякуючи этой истории, я довідалася, что такое дзот. Насамрэч, у Олеся Беляцкага і у Сержука Сса вельмі шмат таких історій, і тих, хто ведае їх особисто, ведаюць перш за все то, що вони вельмі цудоўныя расказчыкі. Частяком люди забывают то, что вяснуцы – это не просто люди с функцией правоабаронцы, а то, что это живые люди. И у нас есть приклад, сапраўды, такого человека, якому, власна, напэўна, больш чалавечнасці, чым ёсць у ва ўсім чалавецтве. Зараз мы паслухаем гісторыю пра Марфу Рабкову, якую распавядае яе каляжанка Наталя Сацункевіч, і якая, я думаю, нікога не пакіне без эмоцыяў.
Вельмі добра памятаю гісторыю. У той дзень, калі Марфу затрымалі 17 верасня 20 года, вясне ўручалі прэмію Арла Карскага польскую. І гэта было ў доме польскага пасла. Гэта такі раён у Менску, там дзе недалёка ад праспекта Пераможцаў, там дзе такія прыватныя дамы, больш забяспечаныя людзі, там даволі шмат, я думаю, дамоў супрацоўнікаў вось амбасад розных паслоў, такі раён больш багаты. Там быў такі невялікі прыём, уручэнне прэміі, віншаванне. І мы туды ехалі разам з офісам, і калі ішлі, пад'ехалі, мы шлі па гэтым раёне, Марфа распавяла, што яна якраз у гэтым раёне некалькі год таму працавала, бо яна падпрацоўвала на прыборцы ў клінінгу і ездзіла вось, напрыклад, у тым ліку ў гэты раён у дамах працаваць. Я думаю, што гэта гісторыя добра характарызуе Марфу. Першая, яна ніколі не баялася ніякай працы, бралася за яе, не саромілася. Марфа за сваіх поглядаў і актывізму доўгі час сутыкалася з ціскам такім неафіцыйным з боку ўладаў. Яна не магла давучыцца ў беларускім універсітэце, была два разы адлічана. І таксама ёй было вельмі цяжка ўладкавацца на працу афіцыйна, таму што яе пераследавалі. Вось клін, гэта была такі адна з магчымасцяў цяжкай працы, канешне, з-за таго, што належным чынам не аформленыя працоўныя адносіны, то і правоў цябе нашмат менш. І, канешне, такая праца на фізічна бывае цяжкая. Вось як Марфа распавядала, насамрэч, што былі часам там хімічныя апёкі ад сродкаў для прыбірання. Гэта была гісторыя пра Марфу Рабкову, каардынатарку валанцёрскай службы вясны. Насамрэч, вельмі мала хто ведае, што сама Марфа, нягледзячы на тое, што доўгі час жыла ў Менску і была там затрымана, з Добруша. Каця, што ты ведаеш, дарэчы, пра Добруш? Пра Добруш? Ну, там ёсць папіровая фабрыка. У мяне на сшытках у школе вечна была напісана Добрушская бумажная фабрыка. Это ўсё, што я ведаю пра Добруш? Дарэчы, у мяне таксама былі такія сшыткі зялёнага колеру, якія я проста ненавідзіў усёй сваёй душой. Але ў Гомельскай вобласці ёсць і добрая рэч. Напрыклад, наш вельмі добры калега, які таксама з закратамі, Леанід Судаленка. Напэўна, самы знакаміты рэгіянальны праваабаронца. Судаленка? Судаленка, Катя. Пачакай, Судаленка. Судаленка. Окей, слухай, а можам звернуцца да тых, хто жыве ў Гомельскай вобласці. Напрыклад, там ёсць яшчэ адна славутасць, пасёлак Аксямбрскі, я з дзеревні. І аўтар гэтай. Да, да, хто не ведае, менавіта з пасёлку Аксямбрскі пайшоў самы галоўны хіт Рэспублікі Беларусь стагоддзя песні «Я з дзеревні», а напісаў яе Андрэй Паук. Блогер, як жа ён вымаўляе гэтае прозвішча? Судаленка, правильно, да? Мы не знаем, поэтому мы собираем. От слова суд. Все прикольно. Ну да, прикольно. Ну да, Судаленка. Вообще да, даже как-то не так. Судаленка – это значит судачить, а Судаленка – слово суд. А Судаленко – это уже, наверное, что украинское. Не ведаю, ці нам это допомогло, але допомогло найти третий вариант. Слухай, у меня есть идея, у него ж был суд. І ну, там суддзя пытаў яго, як яго правільна прозвішча. Давай проста паслухаем. Няўжо упершыню за доўгія гады мы прыйдзем да таго варыянта, як правільна клічуць Судаленка. Судаленка. Ладно, слухаем. Судаленко па буквам, правільна? Мая вучительніца в начальнай школе мою фамілію называла Судаленка. Понятно. Вы её тоже так называеце? Слухай, так все вырешила наставница школьная. А у школе ты не любил писать на добрышских шитках. Наставница я так само не любил, тому для меня он назавсёды застанется Судаленко. Ладно, давай вспомним про суд. И на этом суде была еще одна обвинувачная, это Мария Трусенко, она волонтерка Леонида. І суда яна збегла ад правасуддзя беларускага, таксама збегла. Так званага беларускага правасуддзя. І менавіта яна разам з іншай знакамітасцю ў Гомельскай вобласці Андрэем Павуком распавядуць пару гісторый, якія, на наш погляд, найбольш яскрава адлюстроўваюць менавіта персону Леаніда. Сами обвинения, которые Леониду предъявляли, они отличались особым цинизмом и абсурдом. Такой был момент, это уже как бы в перерывах заседаниях, вот это вот эпизоды уголовного дела, когда он помогал семье, у которого
главу семьи посадили за протесты, когда он встречал Марию Тульженкову с ИВС, когда он оплачивал штрафы, консультировал людей, он стоит в этом, за кратами и говорит: «Слушайте, я же еще, говорит, детям оплатила автобус с Речицы, детям, интернат, по-моему, школа-интернат». И говорит: «Слушайте, а что это они, говорит, это не вспомнили мне, не положили это в материалы уголовного дела?» Это он так к адвокату своему обращался. Я думаю, вот это да, думаю, как-то они так пропустили. Могли бы тоже заявить, что это были незаконные массовые мероприятия. А он оплатил детям, вот из этих денег, что люди собирали, он оплатил автобус детям. По-моему, школа Речица, я помню точно Речица, он про Речицу говорил, школа-интернат для детей и какая-то экскурсия. Он оплатил вот эту вот поездку. Вот это вот, я просто была потрясена, я вот, честно говоря, была потрясена. А я так получилось, что по роду своего занятия пришлось сталкиваться с различными чиновничьими вызовами, произволов. На районную сессию депутатов не пускали меня, открытая районная сессия депутатов, и мы судились, это было забавно, то есть была всегда уверенность. Я его просил, меня не пускали на судебный открытый процесс, над каким-то милицейским пенсионером, да, у него нашли там целый схрон боеприпасов в деревне. Меня судья выгоняла. На следующий процесс уже приезжал Леонид, и мы там начинали ругаться, они нас пускали. Я все снимал на стриме, снимал на видео, то есть это были хорошие кейсы для того, чтобы показать злоупотребление положением чиновников. И ты видел, что с таким человеком чиновники не беспомощны. Он всегда имел там, как жалобу написать, какой совет дать. И была у нас еще лодочная станция, антикафе, она частника была. Его предупредили, чтобы он не проводил эту встречу, мы там планировали проводить с населением. И мне пришлось его пригласить на автостанцию. Где-то ролик еще даже есть. И ко мне милиция нагрянула. Ну как она нагрянула? Она пришла сначала, милиция, посмотреть, как у меня перед встречей с утра пришла, нашла какой-то повод, походила. Потом мы сняли ролики. После этого у меня начались проблемы с арендой помещений. Потом меня выгнали оттуда, выдавили. Вот такой был случай. Да. То есть ощущение этого, как его боялись, как это все их раздражало, как им не нужен народец, который умеет за себя постоять. Судоленко я не додружил, скажем так. Быстро нам, пришлось рано уехать. Пришлось уехать по обстоятельствам. Почему он не захотел выезжать, тоже вот, не знаю. У меня такое ощущение, что он не поехал, потому что и позиция, и плюс, мне кажется, у него все-таки, к нему есть уважение со стороны этих силовиков. И, в общем-то, мне кажется, у него есть некая уверенность, что его не будут там над ним издеваться или трогать. В относительном спокойствии, то есть проведет этот срок. Может быть, у него была такая уверенность. Друзья, не вижу других причин, чтобы позволить себе остаться в этой ментовской клоаке. Я гадаю так само, что разом с Леонидом Судоленко я голосую за Судоленко. Мы визначились. Судоленко. Нет, мы дальше... Давай. Слухачи Судоленко. Наставницы научаются нас на шитках с Добрушской фабрики. Вы думаете, это совпадение? Я так не думаю. А кто еще с Добруша? Марфа, якая сидит за кратами. А шитки были в клеточку? Типа, а шитки были не у клеточку, а у краточку. Менавіта тому Судаленко назавсёды застанется Судаленко. Але при гэтым усім трэба памятаць, што акрамя Марыі Тарасенка і Леонід Судаленко, на тым же самым суде судзілі яшчэ одну вясноўку. Валанцёрку Леоніда Тетяну Ласіцу. Ласіца так само з Гомельщини, і про яе розповідає Вольга Павук. Татьяна, сябрамі, што яна вясёлая, па-першае, так, але яна, ось, што ў ім можна сказаць, яна вельмі добрая, ось добрая, ось такія людзі, ведаеце, калі не можна пра іх увогуле сказаць нічога дрэннага, ці што яна заўсёды гатовая дапамагаць. І, яна такая жанчына больш у феміністычны бок, такая годнасць трымала заўсёды, там з мужчынамі, калі яны што казалі, ось, сексистская, так, то она никогда им не спускала таких моментов, так, за все, да, она казала, что
не треба там все такое. И у нас навод были такие смешные дискуссии месяцами про... Это было с Сергеем Возняком и с Андреем Дмитриевым так само, как мы ехали некуда и размовляли вось про это. И она такая была нетерпливая, вось навод некие смешинки вось на у этой бок она не любила, так, обороняла вельми так стойко. И те есть приклады таких вось, типа, какие там жарты были сексистские, что это мужики с ними дозвали? Ай, ну, и они могли там, ну, приобнять, там нечто, там нечто сказать такое. Ну, коли, и они такие и сябры, и компаньоны, и вось, и коли они могут там шутить, что там, жартовать, там, куда сходить, ти там, а вось что ты там, ну, не знаю, может, про каких кавалеров пытались идти, еще что-то. Ну, такие жарточки, коли большая женщина, я думаю, они так само посмеялись и забылись. Але она вось вельми была такая сензитивная до таких моментов. Понятно, феминизм рулит. И после этих чудовных историй мы снова вертаемся у Менск, потому что весна – это не только люди и не только те справы, которые они робить, але это еще и простора. И с Менским офисом весны связано шмат историй наших коллег, которые зараз, на жаль, находятся за кратами. С нами зараз будет Сяжук Сыс, який расповеде историю життя Лесі Беляцкага и Владимира Лапковича. З офисного життя. Который зараз опечатан. И у меня там засталася моя улюбленная кружка, она так само опечатана. Одной же Алис держал летом отпочинок, жонкой не было куда подеть котку. И она жила у нас на офисе. Дней 12-10. То. Каждый день мы подлечивали убытки. То кубки побились, и то она открыла на тресолях шафу лапом. Як можно было допрыгнуть и открыть. Вывалила оттуда горбаты, цукры на подлогу, это все. Ну, водка была такая. Але вельми она ласкавая была, ну, живая. На всем цікавилось, было все цікаво на офисе. Хтось там стос папер разложил аккуратно там про барончих розных. Раніцей яны все на подлозе, у перемеску так листы не пронумерованы, треба збирать это все. Ну так, и он любил живёл. И любит, чему любил? Любит, что-то я кажу бы, что такое. Ну, водка это такая знаменитая. Коточку звали Касю. С живёлами вогуль у нас на офисе цікаво было. Одночы мы отчули некий шум за ледоне. Оказалось, что там крыска. Добрая такая крыска звила гнездо. Ну и я таки рашуче захожу. Да хлопцы в кабинет там. Лапкович был, Валик. Еще нехто. Ру, хлопцы, у нас завелась крыса. И заместо того, как задать питание, где, Лапкович ускликнул. Кто? Бо крыса, как ведомо, имеет еще иное значение, что это не кто-то, кто сдает. И он сразу говорит, кто? Я говорю, не кто, а где? Я говорю, под ледом не крыска жили. Потом ее долго ловили, а там оказалось, можно еще было тыдень жить всему офису. И перники, и цукерки, и цукор. Она все тягала туда, и паперовые рушники. Каждую ночь на ковалочек отрывала туда, несла, и там такое кубло было. Мягко, утульно там. И жила проборонча крыска. Потом некие уловили, отпустили на улицу. Ну, такая история. Насамрэч, ёсць яшчэ больш смешная гісторыя, як я лічу, пра юрыста вясны Уладзе Лапковіча. Гэта бомба. І гісторыя ў нас уводзіць у 2010 год, чарговыя прэзідэнцкія выбары. Тады награнулі на офіс і затрымалі Уладзе Лапковіча ў тым ліку. І наступная гісторыя, напэўна, з'яўляецца маёй самай улюбёнай гісторыяй з гэтага падкасту. Потому что яна мая вельми незвычайный конец. Я дагэтуль помню той раз, это 10 там Калимержинского находился на переулку инструментальном, зараз там выцверезник некий находится в тем помешкании. И вот нас выводят каждого особенно и по всему периметру так жилого дома, где наш офис находился, стоят легковые милицейские машины, каждому персонально одна машина и один сопровождающий с автоматом. Так мы потрапили в РАУС, завели нас в актовый зал, там долго мы сидели, не разумели ни про что. Лапкович жартовал, рассказывал анекдоты. Ну, так тягнулось, может, годин до пяти раницы, потом почали первых выкликать до следующих на допыт. И тут заметусились по коридору, заляскали двери, забегали. Врывается дежурный офицер, ну, там в РАУСах дежурит некто, дежурным призначается на сутки. Кто тут такой Лапкович? Лапкович, у вас есть бабуля за границей?
Лукович в очі полупів. Ми собі думаємо, яка бабуля Лукович? А чому за границею? Да по-англійськи, що-то треба Лукович, там щось принесло, що-то сказати хоче. Що робити? Діти її супокоїть, вона така там опантана, гриміть у двері, дзвонить. Коротше, кажучи, вона потрапила, її пропустили у дежурну частку туди. Не до нас, звісно, ну, там ми чули розмову. Ось, а самі всі переглядуємося, ну. Откуда? Мы же ведем Лобковича, ну, белорус, батько ведем, все. Тут бабуля некая замерзница такая, пришла вызволяться. И на диво, где про сгодину, нас просто стали упускать. Ну, вот, наверное, не всех и допытали, потому что я вышел, и все вышли. На ганках стоит, соправды бабуля стоит, и некольки женщин. Потом оказалось, что это керавница была миссия БСЕ по назиранию за президентскими выборами 2010 года. На сапраўды стал возраст, а наши супрацовники милиции доблестной мусіць и ангельской мовы не ведали. Она им тлумачила, но ничего не зразумели. Я просто нагадаю, чому ОБСЄ, тому що там Уладь Лапкович, це координатор кампанії «Правоборонці за свободні вибори». І, як ми бачимо, хвалі таких затримань відбуваються на виборчу пару. Як, наприклад, у 2010 році були чергові президентські вибори. І я тут хочу узгадати історію, яка попередничала затриманню Уладі Лапковича. Це історія про те, як силовики награнули на офіс перед затриманням. І лепш за Сержука ССА її ніхто не розповіде. Ворвалися до нас чоловік 8 невідомих людей, я малюсів цивільним, некий полковник був. Я тут вспоминаю, как наши хлопцы, весновцы, мужно поступили. Все, Лобкович, Беляцкий, Валик Стефанович, все вышли в коридор, стали щильно не пропускать их в покой, чтобы мы поспели зачинить компьютеры, там паперы некие, может быть, поизничтожать. Вот, и там была такая ситуация, вельми цікавая, и я до этого не знал, что наш Валентин Стефанович такой вот с характером мужный человек. Мы, по-перше, стали там казать на этих правах, вы сюда вошли, пойдите вон. Никто не сбоялся с хлопцев, это такая рашучая размова была. И тут некто из них просунул паперку такую, постанова на огляд помешкания. Даже не на обыск, не на перетрус, на огляд помешкания. Стефанович так уважливо почитал, а где печатка, а где подпись? И так марудно, долго-долго рвал это все на маленькие шматки, и потом кинул им эту тварь. Я перший раз побачив ці от силовиків, які спужалися. Вони замерли, і от, може, хвилина мовчаливої паузи, я бачу їх в очах сполох. Вони не чекали такого відпору. Ну, а тепер від офісних і працівних справ давай перейдемо до відпочинку. Чим займаються некоторі правооборонці у проміжках поміж відсідками і своєї правооборончої праці? Я наганяюсь на метальові концерти. І разом з Уладом Лавковичем і Валентином Стефановичем туди ганяв і Павел Сапелка, юрист весни. Якщо б правозащита і робота адвоката заключалась бы, вообще жизнь адвоката заключалась бы только в работе, то это была бы, наверное, самая скучная и тяжелая жизнь в мире. Поэтому иногда в этой жизни было время для высокого или тяжелого, я имею в виду рок. И поскольку я с Валентином и с Владимиром был знаком гораздо раньше, чем пришел весну, то, в общем, там первый раз вместе мы поехали на концерт еще, кажется, это был 2010 год. И это было AC/DC в Варшаве на стадионе. Потом мы ездили с Валиком в Санкт-Петербург на Металлику. Потом мы ходили с Валиком, но это не ездили, это ходили. В Минске в неожиданном месте выступил Accept. Это, может быть, сейчас не самая популярная команда, но в нашей юности это были монстры, этакие монстры тевтонского рока. Потом был еще Judas Priest в Вильнюсе, там мы были с Валентином. Потом еще была Металлика в Тарту, и туда мы поехали с Валентином и с Владимиром вместе. И, к сожалению, это был последний, наверное, такой выезд, потому что потом ударил ковид, а потом случился август 2020 года. А это как бы типа глоток поветра
вось праваабаронцы такія жывуць у Беларусі, змагаюцца, потым хопа і паехалі на рок-канцэрт і перазапусціліся. Это так? Ну, вообще вот я скорее не про себя скажу, вот про Валентина. Такое ощущение, что у него в жизни и то, и другое – это естественное состояние. И существуют наравне, и это не концерт для того, чтобы перезапуститься и пойти в правозащиту. Это все как-то коллаборирует и делает из Валентина Валентина. В «Металлике» вообще есть одна очень правозащитная песня. Название в переводе «Оседлавший молнию» – это песня, своего рода монолог осужденного к смертной казни. Вы не уяўляеце, якую музыку мне прыходзіцца тут слухаць. Так мне ў лісце напісаў Улад Слабковіч, апісваючы будні СІЗА і радыё. Какое там радыё? Руская радыё грае. Гэта яшчэ адзін момант, тыпу, звязаны з катаваннямі, калі рокеру прыходзіцца слухаць руская радыё ў СІЗА. Андрей Чапюк, валанцёр «Вясны», які знаходзіцца ў СІЗА, з'яўляецца, бадай што, самай таямнічай фігурай скрытнай. І пра гэта распавядаў тым ліку Олег Граблёўскі, праваабаронца, якому пашчасціла сядзець у адной камеры з Андреем Чупіком. Чаму пашчасціла? Крыху пазней, а зараз чаму ён такі таямнічы? Ну, ён такі маўклівы хлопец, цалкам маўклівы чалавек. Першае маё ўражанне ад яго было, ну, даволі такое смешнае. Ну, у камеры ёсць такая традыцыя, калі знаёмства. І ты там кажаш, як цябе завуць, з якога ты горада, які ў цябе артыкул. І ён заўсёды казаў: «Андрей, многа статей». Ён так сабе, ну, у яго сапраўды было вельмі шмат там артыкулаў, і калі іх там пералічваць, это было б вельмі доўга. Ён так казаў: «Андрей, многа статей». А яшчэ Олег Граблёўскі расказаў вельмі кранальную гісторыю, якая насамрэч вельмі характарызуе Андрэя Чапюка, напэўна, з самага лепшага боку, які можна толькі ўявіць. Было вельмі холодно, и он подошел, сказал, что у меня есть бабулины шкарпетоны, которые я назвязала. И он мне подарил эти шкарпетоны, которые меня выратовали в зимовые часы. Бабулины шкарпетоны для меня это было вау, это так тепло было, потому что ну, такие речи там не вельми значны. А где зараз это шкарпетки? Засталіся ў маім доміку ў Беларусі. Я іх захаваў. Спадзяюся, што калі-небудзь ўсё ж такі мы сустрэнемся, я павертаю яму бабуліны шкарпатоны. Дзякуй вялікі, што слухалі нас. Насамрэч, мы не вельмі часта калабарыруем паміж... Ну, мы ж не калабаранты, як нас называе дзяржава. Ну, пры гэтым калабарыраваць мы ўмеем. Да, чаму мы вырашылі стварыць гэты падкаст? Таму што 14 ліпеня гэта гадавіна. Гадавіна з затрымання трох вясноўцаў. Алеся Бляскага, Валіка Стэфановіча і Уладзі Лапковіча. Год яны за кратамі ў сезонным радзіну Менску на Валадарцы. І памятаем пра то, што 7 сябраў вясны сядзяць за кратамі. Яны сядзяць таму, што абаранялі вашыя правы. Вашыя правы. І памятаем пра то, што за кожным праваабаронцай і за кожным зняволеным хаваецца чалавечая асоба, па-свойму цікавая. І на гэтым мы павінны ўжо развітвацца. Вялікі дзякуй, што былі з намі, а з вамі быў Саша. І Кацярына. І пішыце лісты палітвязням. Я люблю вас! Электорат, за мяне галасуй! Светлая правда в умах торжествуй. Вместе мы сможем построить оплот, чтобы на славу трудился народ. Даешь стабильность. Я из деревни. Я люблю родину. Я лидер. Двигай телом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.